Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десант Джекка и Игорь, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Угадай постройка Майнкрафт». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, вы тоже поддержите, вот прямо сейчас поставите нам лайк, потому что мы очень-очень стараемся, так что ставьте лайки и приятного вам просмотра. Давайте сразу пойдем. Давайте. Я первый, тяну. Я не... Так, я второй. Давай, ты второй, держи. Я просто взял посева, пацаны. Так держи, ты второй, я тебе зеленый вытащил. Да, давай, раз, два, три, поехали. Палец, рука. Нога. Колено. Лицо какое-то. Повар. Фараон. Повар. Да, что это постройка? Ну хорошо, давай. Ты засекай. Не, ты засекай. Ну тогда хорошо. Тогда раз, два, три. Куда? Давай. Какой Гарфилд? Пикачу. Да, Пикачу. Хорошо. Вы охренели свои постройки угадывать сразу же. Засекай. Ну, а что, я засекаю? Да, ты засекай. Он заблокировался. Ладно, раз, два, три, поехали. Давай. Гироскутер. Я тебя убью, если это реально какой-то гироскутер, робот какой-то. Ракета. Писюн! Нет, не писюн! Как же штык, гвоздь. Ракетница, пушка какая-то. Это микрофон, мать твою, это микрофон! Это блюете. Это микрофон! Это блюете. Это елдак на колесах, какой блюете? Пацаны, я не хочу утром записывать, я ничего не соображаю, поэтому никакой это не блюете. Елдак на колесах, ты слышишь? Блюеть. Я с ними играть больше не буду, они члены строят на колеса, горят, это микрофон. Давайте, готовы? Ну ладно, давай. Раз, два, три, давай. Так. Я вас убью. Качели. Нет. Турничок. Нет. Суши, шашлык. Нет, блин, как вы, что это такое? Туалетная бумага. Туалетная бумага. Я сказал, тут уже я сказал. Тут уже не надо, тут уже не надо, так что давай. Да, разве? Ну ладно, хорошо. Ну я просто сам с собой, наверное, разговариваю, поэтому меня никто не слышит, да? Типа. Я не слышал, но мы поверим. Я тоже не слышал, а поэтому поверим. Я сказал, туалетная бумага, а он потом туалетная бумага! Так что в сраку. Нига, маниго, иди отсюда. Удаляй. Манига, маниго, убирай. Давай, мазафакер, давай. Давай, мазафакер, да. Сейчас мы что запишем, мы подождем. Неужели? Я строю! Да как так? Боже мой! Игорь, наверное, передал мне вот эту хрень, то что я выиграть ничего не смогу. Хорошо, давайте. Готовы? Давай. Подожди. Раз, два, три. Поехали. Что это такое? Полотенце. Нет, коврик. Сам ты коврик! Это яичница! Яичница! Опа! Почему такой маленький желточек? Нормальный желточек там, что-то не нравится. Ребята, сейчас будет очень сложная постройка. Я готов. Раз, два, два с половиной, три, давай! Вы пока не сможете угадать, не сможете. Подождите, секундочку. Да ну, ботаник. Кого? Это Андрей. Я не знаю, что это. Это из Gravity Falls? Не. Это Андрей. Девочка. Какой Андрей, мать твою? Ну, пожалуйста, давайте, соображайте. Он занесли прошлый. Я понятия вообще не имею. Я вообще... Очки какие-то. Гуччи. Фейс. Еду в Гуччи Санкт-Петербург. Не. Рэпер. Там уже типа время вышло, там уже. Все, время вышло. Это бабуля МС Женюля, йоу! Подожди, ты сам себя загадал, да, типа? Да. Ой. Я просто думал, что вы меня будете строить, поэтому, понимаете. Пойдем тянуть с тобой, короче. Я в следующий раз буду Эдисона загадывать. Давай, Эдисон, стирай, Игорь, стирай. Пошел в строкотан! Понимаешь? Строкотан пошел!
Я вытяну. Давай, давай, ну удаляй, давай, 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 удаляй вот это все. Я, давай, ну, удаляй. Давай, 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 давай. Давай, тут у меня... Раз. Да подожди, давай я тоже блоки возьму, как ты говоришь. Возьму раз. Блоки, и тогда возьму два, блоки. Два с половиной, два с писюлечкой, с ниточкой, с давай, 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 давай. Супермен. Что это, телевизор? Экран. Это... я не знаю, чья это постройка. Дартс. Сам ты дартс, дебил. Цель, мишень. Какой дартс, дебил? Ты на цвета смотри. Подожди, ну не надо никаких подсказок, пожалуйста. Просто на цвет смотри. Это... Вы что, дебилы, мать твою, возлагают постройки и сами не знаете, что это такое. Все! Капитан Америка! Да, Капитан Америка! Блин, это, кстати, моя постройка, но я что-то не понял. Ебой! Ебой! Да, хорошо, хорошо, хорошо. Ага, поехали, поехали. Подожди, не поехали, не поехали. Раз, раз, два, раз, два, раз, два, три! Давай, давай, давай! Опять писюн на колесах, да? Сейчас будет, нет? Елдак на колесах. Нет, 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 нет. Буква L. Буква L, буква C. Это не буква L, вы совсем. Телефон. Портал, портал, портал. Айфон, айфон, айфон. Стоп, у меня постройка iPhone X, но если iPhone. Ну блин, какая разница. А как ты угадал то, что это iPhone? Я не знаю, кстати, это не моя постройка, поэтому я не знаю, как я угадал, я это просто... Это моя постройка, просто я еще даже не... Как ты понял, что это iPhone? Я просто гениальный человек, вот и все. Ты гей, мы это знаем, но точно не гениальный, давай. Так, не надо меня обзывать, я вообще... Давай, ну хорошо, без оскорблений, без оскорблений. Без оскорблений, оскорбляет меня сам, без оскорблений. Без оскорблений, Евгений. Гений. Я... Давайте, готовы? Давай, давай. Ну? А, да, мы готовы, ну, давай. Ну, говорит. Раз, два, три, давай, строй уже наконец-то, давай. Ну, так надо было засечь, чтобы строить-то, что ж вы да, так... Да, не возмущайся, не возмущайся. Ты строй давай. Что это? Полотенце. Это проведение. Клоун! Оно, 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 оно! Оно, оно, оно! Оно! Гря! Так, хорошо. Клоун это не считается? А, ну давай, мне. Не, у меня написано именно оно, ну блин. Это не моя постройка была, это Игорь. Это моя постройка. А, твоя постройка. Хорошо, хорошо, так уже... Это, конечно, у меня сейчас тут... Кончились, подождите, давайте возьмем постройку. Ну давайте, давайте. Это, наверное, сейчас Игоря постройка будет, я уверен на 1000000%. Давайте, раз, два, три, поехали! А мне уже строить, да? Да, 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 да. Так, пацаны, я знаю, почему сейчас Игорь возмущался, но окей. Да. Как? Это просто белая шерсть. Пожалуйста. Вот поэтому он и на твоей постройке сказал клоун, потому что у него тоже такая была. Понимаешь? У меня клоун был. У меня клоун был. Понятно, понятно. Раз, два, три, поехали. Погнали, погнали. Писюн, елдак на колесах. Я буду так на все теперь говорить. Елдак на колесах. Это Эндермен. Это... Бабочка! Бабочка! Бабочка, бабочка, Эдисон первый сказал. Нормально, нормально. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Я выигрываю, хоть не намного, но... Так, пацаны, тут у меня сейчас будет на самом деле ой, как сложно, понимаете? Ой, как сложно, но я постараюсь. Сейчас, подождите, я еще не записал. Сейчас, подожди, да, я возьму блоки, Давайте, давайте, давайте. Давайте, засекайте, мать вас, давай. Раз, два, три, поехали. Так, так что. Что-то большое, я чувствую, крупное. Экран, телевизор, телевизор. Кинотеатр, там, не знаю, что. Ну вы думаете, подождите, Чем подождите. Квадрат Малевича там. Так, и сейчас. Это без слов, без слов, окей, без слов, окей, окей, окей. Что это такое? Телевизор. Это... Ну да, это телевизор какой-то. Mm-hmm. Это не моя постройка, если сейчас раз. Это тоже не надо говорить. Так, хорошо. Ты совсем сумасшедший? Что это? Так, подожди, подожди. Что это? Вот! Приставка какая-нибудь. Сверху что вы смотрите? Геймпад, PlayStation, что это? А, это веб-камера, веб-камера! Веб-камера, нет? Да. Ну, время уже закончилось. Да, да, он угадал веб-камеру. Я просто молчал, да. Ну, просто... А, ну, Эдисон молчал, но я давно сказал веб-камеру. Ну, ты на 40-й секунде уже угадал. Ну, окей, ладно, давайте засчитаем. Давай. Вебка! Раз, два, три. Понесся, понесся. А, опять какой-то человек, да? Человек какой-то. Клоун! Клоун! Та же самая постройка. Рокер, панк, Шрек. Да, ты уже сказал. Хорошо. Грут. Кактус, агарго. Игорь, ты же... Нога, давно подожди, мы сейчас отгадаем. Полисмен.
писюн тащит, торчит. Ну, я как бы почти достроил, это как бы человек, вы правильно. Так, мы поняли, что это человек, не надо, не надо никаких подсказок, ну капец, не надо вот этого. Эльф какой-то. Зеленая шляпка, я не знаю, зеленый слоник. Это Эдисон. Не все, там. Давайте я там не знаю. Ну там время уже, да, там время уже вышло. Это солдат. Ну, блин, как-то ну, надо хотя бы оружие. Оружие какое-то, а да. А при чем тут писюн? Ну, звезда! Это не писюн, это заколебало, везде видит писюн. Вот именно, Евгений. Там был явно писюн. Там был явно писюн. У тебя везде явно писюн, явно писюн. Ну, это же Жека, что ты хочешь? Это же Жека, я уже поставил. А, ты уже поставил? Давай, раз. Ну, давай ты. Ах ты собака! Собака, понимаешь? Моё, собака! Моё. Ну давай! Готовы? Мы готовы, давай. Подожди, а вы я еще... Да, а вы прям вот точно-точно под... насекаете, нет, да? Подожди, раз, два, три, погнали! Что это? Портал! Парень, Флав. Нет. Жвачка. Нет. Слоник, единорог! Лунтик. Слоник, мама! Да-да-да, осьминог, Игорь сказал, да. Ну ты собака, Игорь, конечно, я тебе честно скажу. Да. Наконец-то. Давайте, раз, два, три, поехали. А, что это? Европейский флаг. Пуковка Т. Писюн опять. Иди ты со своими писюнами. Подожди. Игорь, ты что? Это присос, как она? Вантус, не вантус? Радиоуправление какое-то, мышка, вейп-сигарета какая-то. Кальян! Да идите на сраку, со своей постройкой, поэт! Я в шоке, это постройка Жеки, вы поняли? Да понятно, что Жеки, я бы не догадался. Специально для тебя, Игорь, специально для тебя, понимаешь? Так, подождите. Давай, я все-таки победил, скоро я победю. Да все, готовы, я победи. Готов. Давай, два. Подожди, а давай, раз, два, три, поехали. Гарфилд. Если это Гарфилд, я тебя убью. Что это? Я понимаю, Эдисон, это апельсин. Рыба. Да, рыба. Рыб, да. Угадать свою постройку, это похоже на анальную затычку. Да я просто это я хотел сделать рыбу клоуна, подожди. Так, стоп, у меня 15, у Эдисона 12. Нормально, я сравнялся с Игорем. Я готов, давай, погнали! 1, 2, 3, поехали! Ну, как бы писюн на колесах, все понятно. Скейтборд! Скейтборд! Ебой! Ага. Четыре колеса, одно тебе, три мне. Ребят, если четыре колеса, это скейтборд. Это 100% скейтборд, да, Игорь. И я уверен, это постройка не Игоря, да, Игорь? Это не твоя же постройка. Конечно, да? Нет. Это... Четыре колеса. Мы готовы, так, давай. Да, готовы, давай. Раз, подожди, раз, два, три, поехали. Человек! Ну, писю на колесах. Ну, куда человек? Кита, ой, какой-то каратист, а нет? Какой каратист? Зубастик какой-то! Нуб! Ну вы совсем что ли? Ну вот вы. Игорь! Ну посмотрите, это одно лицо! Давай, сет ноль! Да. Там уже у меня 18 баллов. У тебя 18, да, уже. Жека, мы. Смотри, Эдисон, ты сейчас должен отгадать, понимаешь, если ты не отгадаешь. Я должен угадать, да. Все пропало тогда. Я готов! Жека, я готов, давай. Раз, два, три, поехали. Игорь, не угадывай, Игорь. Привидение. Я бы тебя убил. Единорог! Да! Это единорог? Да! Ну, понятно, чья это постройка. Я буду про Колян молчать и про все остальное скейтборд, так что давайте. Давайте, сет ноль. Давай. Раз, два, три, поехали! Так, ну, это писюнное колесо. Я чё, забаньте этого дебила, пожалуйста. Эдисон застрял, это камень. Пещера. Камень, говорит. Это дисковод, DVD, я не знаю, что это может быть. Тумбочка, Да я подожди комод. Ты, тумбочка со своей, сам ты... Так, подожди, вот смотри, комод. Опа, это опа, комод. Опа, это робот. И потом, опа, и типа берем и такой, опа, туда, опа, опа. А подожди, это микроволновка. Да, я не знаю, кто первый сказал. Я первый сказал, я вам серьезно говорю, можете... Но... Я не знаю, кто первый, честно. Ну, перепроверьте, вы... У меня на записи я первый сказал, вы... Ай, ну ладно, сейчас проверим, давайте. Раз, два, три, поехали.
Да, поехали уже так, пофиг. Гитара какая-то. Это боксерская перчатка. Боксерская перчатка что-то похоже, да, на это. Пульт какой-то. Игорь, ты что, ты дурак? Это, я не знаю, что-то электрическое и что-то какое-то... Это не совсем электрическое. Подожди, ну подожди, стой, не говори, надо угадать постройку. Турник какой-то, турник, я не знаю, там что-то в тренажерке. Не знаю. Ну все, я как бы построил постройку, но как бы вы не можете угадать. Рогатка какая-то. Ну, время закончилось. Это бензопила. Там даже дерево распиленное построил, видите, это бензопила. Ну, такие! Да, конечно, можно это догадаться, но сложно. Если бы сказал изначально др-др-др, я бы сразу догадался, честно, Игорь. Так что... Ну, не нужно др-др-др. На самом деле это тактика. Сейчас, если я угадываю постройку... А, кстати, да! Давай, Эдисон. Все просто, это тактика. Кстати, да. Давай. Да ты собака, ты меня заколебал, мать твою! Подкрутка! Хорошо. Давай, раз, два, ай-яй-яй-яй, три, погнали! Так, сейчас. Что это за говно? Это вот это... Ой, что я сделал? Ладно. Ого! Сосиска, гамбургер, хот-дог. Что, вы повторите, что вы говорили, у меня все просто. Сосиска, хот-дог. Гроб, кто сказал? Я сказал гроб, стоп, 100%. Все, окей, хорошо. Это гроб. Так. Нет! Не угадывай, не нужно угадывать. Второй, в смысле, он вторую игру подряд выиграет? Не нужно. Вообще нечестно, я считаю, подкрутка. Хорошо, Игорь. Подождите, я запишу. Ну, давай. Ну что, дорогие друзья, раз, два, три. Все, это ГГ. Снав! Так, осьминог опять? Осьминог, да. В смысле, что, реально? Прямом осьминог, да. Мне опять у Эдисона выпала постройка осьминог, ребят. Тут два раза загадали осьминог за игру. Да, это первый был мой осьминог. А второй Эдисон. Нет, только не Игорь! Это я не понял, вы что, это провокация какой-то. Как он два раза подряд выигрывает? Игорь! Так, ну короче, что, немного жалко. Я короче, понял. Мне... В смысле, жалко, что мне не, подождите. Тут на самом деле вообще что-то непонятное происходит. Я отказываюсь там участвовать. Игорь читер, ты реально себе читы установил, да? Ну да, просто я просто угадываю сразу, понимаешь, читы на угадывание постройки. Так, пацаны, я предлагаю следующую серию записать снайперов, чтобы я вас там включил. Я серьезно говорю, я как бы... Я просто... Так, сегодня мы заканчиваем. Да, все, там, заткнись, поставьте лайки. Подписывайтесь, да, вот это на все видос лайки поставили, и больше будет серии без Игоря. Мы больше с Игорем записывать не будем. Нет, мы с тобой записывать не будем больше, Игорь. Ставьте лайки, подписывайтесь, всем удачи, всем пока. Всем пока.